Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радекс, Васаби, Растишкамен, Бродяга, Дардрагон, Димас Киви, Скелетон, Сайбер, Пингвинус. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Я чувствую, дорогие друзья. Я люблю орехи. Всем привет. Сегодня мы играем в скрап механики, решили записать очень классный режим, где будут пацаны ставить каждую свою постройку, и в итоге будет рубрика называться «Какая постройка самая крутая». Погнали. Ну что, первый у нас Радекс. Покажи, какую постройку ты нам подготовил. Ох, нифига себе. Все, угнал. Куда? Возвращайся. Ну да, дай я проедусь. Да ё-моё, дай, стойте. Кстати, ребята, давно я не играл на воде, в принципе, можно даже сказать, и никогда. Она летает? Димас. Что? Димас. Потормози. Да что за говно? Она летающая? Или это случайно получилось так? Случайно. Подсвечаем Димаса водолаз. Так, подождите, теперь надо к вам как-то подплыть, пусть это будет вверх ногами, но я это сделаю. Это, короче, режим подводки. Да. Так, теперь мы посмотрим, как она уничтожается. Улетаем. Нет, давайте лучше постройку. Следующий у нас Васаби. Ну смотрите, я сразу пойду с козырей. Давай, покажи, на что ты способен. О, вот это уже что-то получше. Вот это кабака. Так, она умеет стрелять или что она умеет делать? Она умеет стрелять, она умеет ездить. А так есть такой танк, который был в Первой мировой войне, да? Да, очень похожий. Это самый первый танк в мире, это танк Великобритании. Блин, он классный. Он гигантский. Можно залезть, поехать, и в нем еще есть два орудия. Все, поехали. А ну постреляй с него. Я не могу, тут нужно садиться на разные места и, похоже, стрелять с них. Ну такие пушки простые, да, я вижу, какой-то там базуки или что-то такого нету. Ого, сколько там мест? Сколько можно сесть там вообще человеком? Тут, получается, это сделано, получается, не на моторе, это, получается, сделали на механическом двигателе. Нифига себе, я вижу этот движок. Нифига себе, он гигантский. А ну, нажмите вперед, я хочу посмотреть, как движок работает. Воу, смотрите, это прям реально классная постройка. Кстати, помните, раньше такие механизмы лагали? А сейчас не лагает ничего. Так, тихо. Так, как у нас построек впереди много, мы посмотрим, насколько он прочный. Это же танк, он должен быть крепкий, правильно? Давай, Дима. Все, минус. Такое себе, не очень. Так, следующий у нас Растишкамен. Показывай свою постройку. Драстишка. О, что это за робот, паук такой. Это ходячая морда? Не-не-не, она летает. О, блин, класс. А там есть датчики, которые держат равновесие? А, вроде. Да, есть. Тебя бы уже закрутило бы 1000 раз. Дай полетай на ней. Сейчас. Тихо. Давай на базу. Блин, классная постройка. Мне нравятся вообще летающие постройки. Это же первые, кстати, постройки, которые делал скрап-механик, это были летающие машины. Научиться надо. А я профессионал. Назад это чтобы тормозить, типа. Тихо. Ага. Как двигатели наклонить вверх? А, вижу. Полетел. Всё, давай. Потому что мы пилоты. Это машина с модами, Радекс. Я знаю. А что у нас они отображаются? А, у меня же коллекция модов, як ты морда. Ну ладно, ладно, засчитаем все равно, как голимая... Ой, классная постройка. Можете сюда не бежать. Вы только не бежите. Вы можете понять, что я уже с ней сделал. Она разрушается, как и все остальные. Так, давайте следующий у нас бродяга. А, ну давайте. Блин, ребята, кто хочет с нами записывать вот такие классные ролики и вот таким движением, как сейчас, Яман. Заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Яман. О, что это за мусоровозка? Это из Хейла машина. Поехали. Это с игры, да? Я за рулем. Нет, я ее просто построил. Ты построил? Да, блин, да если ты сам сделал, то в принципе ты еще и победишь. Так как это самодельная постройка. Димас, проверка кнопок. Давай. А ну давайте, что это? Первая кнопка. Первая кнопка открывает, короче, спереди. Ого, это ты реально сам делал? Да, я это сам. Какое говно. Ой, такая классная постройка. Настроение, ребята, классное. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Давай у тебя грузовик, что мы можем туда положить? Давай проверим, сколько у тебя бомб он утянет. У нас есть большие бомбы. Давайте будем проверять его на грузоподъемность.
Открой двери, я застрял. Дима, если оно рванет. Не рванет, вы не стреляйте только. Давайте мы нацепляем бомб много и посмотрим. Мне сколько кажется, вы слишком много нацепили. Не. Я внутри, вы че? А ну поедь, едет? Едет? Ща, проверяем. Ну едет, че много? Это же немного. Сейчас будет много. А вот сейчас я не могу ехать, потому что она наклоняется. Меня по башке бух. Дерево! А раньше этого не было. Было? Да ладно, это было. Не это было, серьезно, мы взрывали сколько раз возле деревьев, это ничего было, не это было. Было. Тьма, это было, деревья, это значит, я пропустил тьма. Что-то. Так, давайте у нас следующий Dark Dragon. Знаешь, когда это добавили? Ой. Давайте я с козырей пойду. Сейчас, давайте я чищу дерево, чтобы оно реально тут не подлагивало нам. Взрывается, у меня такая же зажигательная бомба. Димас, под конец чего? Отходите все от меня далеко. Давай. О, домик. Хочу далеко отходить, если он как туалет маленький. Дремел. Ну давай, убирай подставку. О, не лагает. Это же из этого, из мультфильма «Вверх», вроде. А, не, а я думал, это «Привет, сосед», домик, не? Ну, почти похоже. Кто-то есть. Это такой мини-козырь. И что он делает? Он летит, да? Не знаю, проверь. А, не, это просто домик. Так, тусуемся. С ним? Тихо, давайте Радец, поднимаемся наверх. Что, инвалид, что ли? Это для инвалидов. Что за туалет на колесах? На быльцах. Так, что у нас? Теперь можно говорить Радекс инвалид. О, сральник. Ой, это ванна здесь. О! Есть у нас спальня, да? Спальня. О, прикольно. О, так это страф-то, акула. Да дом я на колесах. Активируйте там кнопку где-то наверху. Дом взлетели! Что за фигня с домом? Эй! Дима, прыгай! Отрубай! Не-не-не, мы сейчас все исправим, не переживайте. Радость! Упал через текстуры. Ой, что-то, подождите, сейчас просчитается не сильно долго. Еще дом взорвал. О, бомбы были высоко! Смотрите, сколько осколков падает. Салют из дома. Я под карту упал. Теперь ставлю я постройку. Ребята, у меня их очень много, и я хочу поставить что-то такое эпичное. Но давайте поставим... Вот, смотрите, что у меня есть. О, танк. Подожди. О, танк, прикольно. Что за танк? Так, а что, как, Димас, как в него сесть? Димас, проверка на взрывоустойчивость. А как в него сесть? Дим, у меня такой танк есть, он не рабочий. Он не рабочий? Вот, смотри, человек сел. Это у тебя руки из жопы, все, он рабочий. О, смотри, еще есть... Красавчик. А куда она полетела вообще? Ракету верни. А ну стойте, дайте еще поставлю разочек. Ой. О, господи. Катюша. Катюша мини-верст. Так, я вижу, где-то тут можно сесть, да, в него? О, кто-то сел в него. А подождите, мужики, дайте я еще раз поставлю его. А ну я хочу, чтобы кто-то стрельнул. И вышел. В дерево можно стрельнуть прям в дерево? Да, сел. Попробуй, только на месте. Я сел, по-моему. А ну попади куда-нибудь. Как стрелять? А вот в другой домик, вот в другой танк можно стрельнуть. Так. Подожди. Ну как стрелять, где? Во! Четкое попадание. Вы поняли, как стрелять. Ты ответил на этот вопрос сам. Еще раз поставьте тут. Ставлю. Давайте еще. Да вы задрали! Я поставить, хотел скопировать. Да не, давайте Димасу, дайте нормально. Это чисто для ПВП, пацаны. Стойте. А как в него сесть? Я вот хочу сесть в него как-то. Бродяга, выйти. А, вижу. Вот туда садись. Сейчас. Вот тут есть, вот тут лазейка есть. Вот один. Иду. Заспавните второй. Ой, я нашел лазейку. Все, кто-то сел уже. Драгон Дарк. А ну давай вы... Хорошо, пацаны, хорошо. Окей. И поехал. Тебя это не спасет. Не спасло. О, не достало. Не достало. Окей, я понял. А вот так достало. Так, ну что, следующая у нас постройка от Димас Киви. Давай, покажи вещи. А где он? А, вот он. О! О, трансформеры я люблю. Сейчас в кабаку. В какую-то кабаку, да, превратиться? Да, Бамблби. А чё он недоделанный? Он доделанный! А, он просто боком лёжа лежит. Боком лежит. Можно я для начала сяду? Я его восстанавливаю. Давай. Я сядет, Димас Киви. Да не надо было его на там... О,
Ой-ой-ой. Спасибо, кто выстрелил? Это странный очень. О! Во! Да ладно! Можно я? Я знаю, как он работает. Дима Киви, он знает как. Давайте, вот кто ставит, тот и садится. Давайте так. Димас, давай. Садись. Я сейчас скажу какой-то бамблби алкаш, вам скажу правду. Не тот Димас. Димас, слезь, пожалуйста. Не тот Димас. Во-во-во. Ну. А ё-моё. Да ты за что? Не получилось. Ладно, мы поняли твою постройку. Это просто был бамблби. Надо просто было воплотиться, а потом оттолкнуться, на ноги бы встал, да? Следующий у нас скелетон. Скелетончик, давай, покажи вещи. У меня есть хорошая постройка, которую я у друга позаимствовал. Ребята, обязательно, вот кто смотрит ролик, в конце напишите, у кого самая крутая постройка была. Я даже не знаю, у всех какие-то фуфлыжные в этой серии, даже не знаю, у кого самая крутая будет. Ну, скелетон, что у тебя там? Вот. Мне летающий аппарат не понравился. А, блин. Мой танк не понравился. Ща, что, моды надо, наверное, да, на постройках? Да. Какие хитрые. Ай-яй-яй-яй-яй. Поймали на ошибки скелетона. Во. О, что это за... О, а ну дайте я сяду. Садитесь. Димас, подожди. Ну дайте я сяду. Подождите, дайте я лучше сяду. Вы не можете с ним... Вы не можете им управлять, я понял. Да, вы не можете им управлять. Им очень сложно управлять. А ну-ка, покажи вещи. Сиденье найти. Ща. А, ты что, сиденье надо найти? Да-да-да, во. Да вот, где ручка, там и брат. Подожди. О, я сел. Это что, это кенгуру? Это кенгуру. Это попрыгунчик. Кстати, что он умеет? Я могу еще один поставить вам, кто хочет, кто захочет покататься. Тихо. Успокойтесь. Ты на пути. Нормально, лупаши. Давай, полетел. Ну, честно скажу, ну такое, не ой. Такое себе. Ой, кто меня раздавил? Нет, на нем просто кататься уметь надо. Ой-ой-ой, Дарк. Есть контакт. Ну что, давайте, следующий у нас Сайбер. Сейчас вам самую фуфлыжную поставлю. Давай, покажи, на что ты... А что самую фуфлыжную? Давай крутую, наоборот. У меня таких не существует. Зато у меня существует. Я ее уже спавню. У меня такой спрингбой. А, это был вроде, если не ошибаюсь. Да, когда-то вроде тебе был. Я не помню. Ну, человек решил хайпануть, ну что делать? Тема заезженная. Так, давайте мы ему кое-что сделаем, смотрите. Давайте мы кое-что. А, стойте, и сзади надо кое-что ему добавить. Ой, бум, я хотел ему жопу из бонус сделать. Хорошо, давайте, пингвинус. У меня есть одна постройка, которую я... Пингвинус, давай, твоя очередь. Как там, мы поняли? Они любят бомбон. Бом-бом. Бум-бум. О, это прикольно. С игры какой-то. Я вот не помню, с какой игры это. Нет, это же не из игры, это Fox Speed XVR. У меня есть тоже, могу просто показать. Проверка на устойчивость. Хорошо, давайте, пацаны, вам покажу еще одну классную постройку. Дим, давай я покажу лучше, у меня лучше есть. Дима, у меня есть просто идеальная постройка. Как вам тачка? Ламборгини. Это мой аппарат. Это Порше. Дима. Это мой Порше. Это твоя разве? Да, ну давай. О, блин. Мой аппарат. Но она очень низкая, видите, она не взлетай. Хочет. Взлетай. Я тебе поставил бомбу, взлетай. А, у него откидная крыша. Дима. Хорошо развалил. О, так она еще и крепкая, оказывается. Люди, сядьте кто-нибудь за руль. Люди, сядьте кто-нибудь за руль, пожалуйста. Смотрите, что есть еще. А я знаю, что это Аптур. Он ракету кидает. А ну давайте, запускайте ракету. Турчик, давай, кидай. Покажи вещи. Подъедь к ним, бродяга. О, прикольно. Как ну-ка. Вы... Не работал, наверное, просрала, да? Не-не-не-не. Вот люди! Во. Ой. И ракету сломали. А, это типа самолет, Димас. Это а, это самолет. Я Димас. Да, он должен летать, только там... А что за вещь? Ой, а то я взорвался к чертям. Короче, Дима, ух ты, ой-ой-ой. Сделал ту фигню и начал летать. Ой-ой-ой-ой-ой, хорош стреляй. Это дрыга. Вот эта тачка мне нравится. А ну-ка. Сейчас, Дим, я тебе... Стойте, я сейчас сяду. Чё, не... А, всё, уже сели. А ну-ка, о, так у неё лазерное прицеливание? Да. Радекс, ну вот это классная постройка. Радекс, подожди. Это крутая подожди, постройка. Надо было ее первую ставить, тогда бы ты точно выиграл бы. А ну давай по машине вот это гаси. Ого! А, только картонки, да, мочит? Может, с этого ракурса?
А что это такое вообще? Смотрел «Тихоокеанский рубеж»? Да, я видел, да, этот фильм, даже много раз пересматривал. Это егерь, это бродяга. Ему не хватает здесь кое-что. Да, у него руки какие-то короткие, ты чё, мужик? Это не давайте мне... Чё, мужик, не надо, дядя! Нормально, смотрите, как он красиво разлетится. Ой, а за осколков от него совсем нету. Это Hot Wheels. А, так это игрушка, типа, запечатанная, да, типа? А как её достать? Да, как её открыть? Сейчас мы её откроем. И удалить стекло. Сейчас мы её удалим. Разбираем, мужики. Поехали. Разбираем, давайте. Стреливаем на восточные границы. Во-во-во, я нашёл. Во-во-во-во-во. Отлично. Я сел, я сел. Ой, я не сел. А кто? Что за... Что за бред? О, поехал, Дима, давай. Блин, она хорошо управляется, кстати, как кусок говна. Я дрифтую на ней. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.